Корней Чайковский, у меня зазвонил телефон. Телефон. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов это к 5 или 6. Больше его не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил. И со слезами спросил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши. И мне, и жене, и Татоши. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал 2 пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели и ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину дюжину новых и сладких калош. А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. Да как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите, объясните, чего вы хотите. Но он только му да му, а к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья. Пришлите ко мне соловья. Мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет, соловей не поет для свиней. Позови-ка ты лучше ворону. И снова медведь. О, спасите моржа! Вчера проглотил он морского ежа. И такая дребедень целый день. Динь-дилень, динь-дилень, динь-дилень. То тюлень позвонит, то олень. А недавно 2 газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Ах, в уме ли вы газели, не сгорели карусели, и качели уцелели. Вы б газели не глядели, а на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. Но не слушали газели и по-прежнему галдели. Неужели в самом деле все качели погорели? Что за глупые газели? А вчера поутру кенгуру. Не это ли квартира Майдадыра? Я рассердился, да как, заору? Нет, это чужая квартира. А где Майдадыр? Не могу вам сказать, позвоните по номеру 125. Я 3 ночи не спал, я устал, мне б заснуть, отдохнуть, но только я лег, звонок. Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда, бегите скорее сюда, в чем дело? Спасите. Кого? Бегемота. Наш бегемот провалился в болото. Провалился в болото? Да. И ни туда, ни сюда. О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте. Умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу, бегу. Если смогу, помогу. Ох, нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота.